Поэтому нашему жюри было достаточно тяжело. Более 600 заявок поступило к нам на конкурс. Поэтому вот они здесь все рядышком находятся. Я попрошу вас уже их поприветствовать. Я буду долго говорить, поскольку я знаю, что вы уже давно собрались в этом зале и ждете, наконец, когда наступит церемония вручения. Единственное, что хотела еще добавить, я очень надеюсь, что этот конкурс, вот в том виде, в котором он у нас состоялся в этом году, он будет очень полезен и увидят наши молодые люди, что для того, чтобы достичь успеха, не нужно семью, потому что семья, она не препятствует, а во многом даже способствует успеху и хорошим карьерным достижениям. Я думаю, что наши номинанты, наши лауреаты, которые здесь сейчас находятся со своими вторыми половинками, со своими семьями, будут очень хорошим этому подтверждением. Поэтому спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы заявлялись, спасибо, что вы поддерживали друг друга. И я желаю вам хорошего вечера, успеха. Спасибо. Я, у меня очень серьезная семья, у меня все
деревня, которые тоже проходили свой конкурс и тоже было несколько номинаций. И вот что я заметила вчера, там, в принципе, в каждой номинации были все спортивные, были все творческие, но в первую очередь, конечно, спортивные семьи. И нам было очень трудно выбрать лучшую спортивную семью. Вот в этом конкурсе «Мужчина года» во всех номинациях присутствовали тоже спортсмены. Я считаю, что это закономерность. Закономерность – уважение к спорту, уважение к своему здоровью, уважение тех семейных ценностей, которые, ну, ничем, ни за что не купить, их можно только приобрести своим трудом. И очень жаль, что Максима Юрьевича нет сейчас здесь, на этой сцене, но спасибо большое всем супругам номинантов в номинации «Спорт», а вам